Всем привет! Добро пожаловать снова на Ягодное. Тут сегодня я должен это вот прям даже не знаю с чего начать. В общем, привалил заказ здоровеннейший, как вот тот ясь из всем известный заказ на тюкование. Платят за это 140 тысяч, но там просто какое-то бесконечное поле, поэтому я не знаю, как это мы будем все дело делать. Возьмем все 18 тракторов, которые у нас есть. Ну, у нас, вернее, всего 3, но ничего страшного. Итак, сейчас у нас есть еще заказик вот от нашего любимого друга вот 42-го поля. Вот, есть заказ на культивацию. Так что мы сразу сейчас ставим дисковать Кирюшу. Сюда. И сами берем все трактора, всех Маш, Петь, я не знаю кого, всех работников, которые у нас могут даже нарисоваться и даже не могут нарисоваться. Берем всех абсолютно. И сейчас едем на то гигантское поле, потому что у нас еще пока что зреет все. Так, эти вороны, как всегда, я вас всех, блин, найду. Ваших ворон и ваших мам, пап и всех остальных. И мы это, что-нибудь с вами придумаем. Так, по кругу проходов у нас 3 против. Ну, давай пусть будет так. Надо, в общем, думать по поводу культиватора чуть побольше, потому что этот культиватор 9-метровый, его как бы вроде неплохо, но какие-нибудь другие культиваторы, конечно же, намного интересней. Так, у нас... Кто? У нас Ванька поехал. Ванька поехал, а мы тем временем сейчас... Ага, у нас тут какой-то дурдом вообще творится, да? Что у нас по коровам, ребятки? Что у нас по коровам? Коровы сыты, все у них хорошо, отлично. 31 корова. Скоро у нас будет приплод. Еще коровку уже надоили мы 10 тысяч литров. А, вернее, у них там это уже есть, в общем. Можно их надоить. А с чего мы начнем? С чего мы начнем? Мы сейчас, наверное, берем, отправляем Джоника. Джоника мы отправляем. Да, мы отправляем Джоника, ребятки, отправляем Джоника на луг. Отправляем Джоника на луг. И луг у нас. Вот, Машка поехала. Машка, это хорошо. Машка поехала на луг за косилкой. Я сейчас беру, наверное, какого-нибудь Форда. Чё все такие грязные-то? Алё. Кто ничего не помыл? Слышишь, а мы-то не сеем ни хрена поле. Ты ж понимаешь, что мы не сеем ни хрена поле. Ё-моё. Твоё и наше. Где? Мы же купили 41-е поле. Же купили его. Тут оно весьма волшебное какое-то, мы посмотрели. Но, в принципе, уже все годно в нем, да? Только что? Только... Да, только осталось нам засеять. Ладно. Я думаю, что Кирюша справится. Мы его, конечно, отправим... Так, подожди, у нас все там, да? А, да, нам надо забрать вот эту бяку. Вот эту бяку забрать, и скорее всего нам придется закупиться очень большим количеством. Это, наверное, доставку закажем или отсюда привезем. Большое количество... нам и этот прицеп нужен. Нам то нужно, нам это нужно. Все нужно, ё-моё. Вот это я взялся, конечно. Ладно. Так, подожди. Это хорошо все, конечно. Но у нас... тюкование на 15-м поле. 15-е поле у нас где? 15-е поле вот. Значит, мы отправляем на 15-е поле кого-нибудь. Кто поедет? Анька поехала, вот. Анька поехала, это хорошо. Но на 15-е поле. У нас остается еще МТЗ-шка нам нужна. И нам нужно сейчас за МТЗ-шку-то зацепить. Барахлишко. Ой, а МТЗ-шку-то заправить, да, не мешало бы. А то там посреди поляны, дороги и всего остального это все сдохнет, крякнет. И, конечно, наверное, нам надо было вначале поставить Федьку. Фу, Федьку, короче. Кого-нибудь. Куда Федька-то взялся, не знаю.
кого-нибудь вместо дисковать тут поле поставить, чтобы сеял нужное нам поле. 41-е мы же хотели льном тоже засеять. А этого дружка, ну давайте этого дружка мы отправим тоже у нас на луг. Он поедет. Пущай едет. Я вот думаю, знаешь что, может засеять поле, пока суть до дела. Даже честно не знаю, что делать, что у нас есть. У нас есть Джонни. Джонника мы сейчас тогда берем. Кстати, у нас тоже трава выросла. Можно ее тоже попилить, порезать. А как бы нам сюда заехать-то? Нам нужна и ворошилка, и... Да. О, собака соседская, здорово. Ты еще там нормально себя чувствуешь, да, я так смотрю. Нифига тебя не берет, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, да уж. Вот как тут бы это все теперь развернуться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень маленький сарайчик. Я не знаю, наверное, надо будет что-то думать. Ой, но он очень классный, но очень маленький. Это, конечно, печально. Блин, я тут, конечно, сейчас все это уже поломаю. Все прям насмерть. Да ё-моё, ну ладно. Да. Жизнь моя жестянка. Как отсюда выехать? Не, наверное, надо прощаться будет с этим сарайчиком, потому что крайне неудобно это все тут хранить, выезжать. Ладно. Это мы отправляем тогда на 15-е поле. Да прекратишь ты гавкать, собака-то сутулая. Это мы отправляем на 15-е поле, ждем. Ждем форда. Ой, не, форд, подожди, форд мимо проехал. Ждем МТЗ-шку. И едем на МТЗ-шке с ворошилкой, потому что там надо нам сено готовить на 15-м поле. Едем с ворошилкой и будем ворошить. Потом форда пришлем сюда, за волковалкой, и тогда уже будем тюковать. А где у нас МТЗ-шка? Офиг его знает. Да прекратишь ты гавкать, собака ты сутулая, а? А вот и МТЗ-шка несется. Отлично. Тут бы нам тоже наши ромашки-то покосить. Слегка. Но их, по-моему, надо удобрить, насколько я помню, или не надо. Что у нас тут? У нас тут вообще надо посверлить, если честно. О! Анька приехала. Анька. Стой. Ты берешь сейчас ворошилку, и мы едем на 15-е поле. Там, конечно, сразу ворошить не надо будет. Но, тем не менее. А может, кстати, МТЗ-шка и съездит туда-сюда обратно, пока то все... А, не, нам ворошить-то сразу надо, да? Ну да. Ну, неважно, в принципе, кто поедет, кто останется. Ладно, это все такое. Кого-нибудь да отправим. Ну вот мы и на месте. Уже два трактора приехало. Что мы видим? Я когда-то это поле еще с Артемом и с Машкой и с кем-то. Да кого тут только не было, все были. Мы это поле убирали. Что-то тут было, вот видишь? Хозяин этого поля решил засеять траву и все это дело пустить на... Не знаю куда. На вот это вот все. Так что мы сейчас ставим этот трактор на кошение. Вот. Ставим на кошение и сами будем, наверное, волковать за ним. Ой, волковать этот. Ну ты понял, да? Что мы будем делать? Так, Машка готова. Но у нас МТЗ-шка, да? Мы ждем пока МТЗ-шку. Отлично, пошел. Хорошо пошел, никогда так не шел. Ой-ой-ой, а сейчас у нас получается что? Какая фигня? То, что нам надо... А вот, едет.
едет. Отлично. Тогда сейчас мы на МКЗшке быстренько тебя мы отправляем на вот сюда. Отлично. А сами сейчас будем все это дело. А или не будем? Подожди, а сколько у нас шириной, кстати-то? Вот эта штуковина. Она же, по-моему, надо, не надо ее. Как думаешь? Да, она чуть шире. Но это хорошо. Ну что, поехали тогда немножко поворошим. Нам же сено надо, точно. Давайте в документацию посмотрим. На всякий случай. Поле 15. Вот Михаил Герасимович хочет у нас, да? Высушить ее при помощи сеноворошилки и соберите солому. Что он ошибся, наверное, на сено. Хорошо, сено так сено. Поехали. У нас кипит работа на 15-м поле. Там дурдом творится. Задействовано миллиарды техники целый. Миллионы, миллиарды. В общем, хотел сказать, у нас работничек на кировце закончил работу. И это хорошо. Значит, мы сейчас берем Кирюшу и едем сеять поле. А засеем мы его льном, конечно же, чтобы заработать немножко денег на соломе. Так, у нас тут почти 4000 семян, отлично, ну, в смысле литров. Это чудесно. У нас есть еще парочка, конечно, заказиков на уборку, но у нас уже нет свободных рук, поэтому мы отказываемся. Так, а у нас тут какой-то дурдом творится, да? Небольшой. Сейчас мы посмотрим, как это все дело будет обстоять. Коровки. Коровки сытые и здоровы, по-моему, все нормально.
разворачиваем технику и будем пробовать сеять лен, да? Так, ну давай. Давай посмотрим, что из этого выйдет. Отсюда, наверное, рванем. И потихонечку пойдем вот такой вот. Сейчас по кругу обойдем. И... ну и потом такие длинные проходочки поделаем. Так, смотрим, что у нас тут по этому поводу говорит нам... ага. Нам говорят, что надо что? Нам говорят, что надо культивировать по какой-то неведомой причине. Почему-то эта сеялка не хочет. Но это, видать, не очень сеялка. Ну ладно. Я примерно представляю, что это у нас тут за беда с этим полем. Ладно, тогда придется культивировать. Но я... ну, блин, 300 тысяч. 300 тысяч у нас есть. И нужен, конечно, бы трактор прикольный. Но я вот подозреваю, что я хочу... а, куда мы едем? Я хочу, наверное, купить культиватор. Большой, присмотрел. Очень шикарный культиватор. Мы сейчас вот сюда селочку поставим аккуратненько. Как раз под Кирюху у нас культиватор будет. Дискатор, вернее. Прям супер классный. 16 метров. 400 лошадиных коней он требует. Но у нас у Кирюши как бы хватает этого всего. У нас 435. По-моему, только единственное, я не знаю, продавать стоит тот культиватор или нет. Или может он пригодится. Но тот культиватор требует 250 лошадей. Не знаю, есть ли смысл. А вот этот культиватор, который я хочу купить, он стоит 100, больше 130, что-то около 130 тысяч. Это прям жестко. Но очень хочется. 9-метровочкой прям что-то... ну, 9 метров это тоже много. Я не спорю. Но 16 метров-то это больше. И солидно так больше. Прям... 16 метров. Это звучит даже. Ой, а я сейчас тут что-то сломаю, по-моему, да? Ой, ну не знаю. Давай, наверное, пока сильно жировать не будем. Хотя этот культиватор, скорее всего, отобьется, я более чем уверен. А тот, который... ну, не знаю. Я, честно говоря, не знаю, как правильно распределить денежку. Потому что фиг его знает, как правильно ее распределить. Что в первую очередь покупать, что нет. 9 и 16. Почти в два раза больше. Очень хочется. Да давай, сколько той жизни, ё-моё. Поехали, в общем. Продадим этот культиватор. Или оставить его на всякий случай. А что всякий случай? У нас нет техники для него. Поехали, короче. Да слишком много думаю. Вот такую штуковину я приобрел. В расцветке John Deere. Не знаю. Пока так. Жалко, расцветки кировец нету. И этой лейбы. Так бы, конечно, купил под кировца. Ну что, вот этот дискатор 16 метров. Это уже веселее. Что-то сегодня у меня с речевым аппаратом какая-то беда. Прям заговариваюсь на каждом шагу. Ну что, едем домой. Сейчас быстренько культивируем поле. Дискуем то, которое у нас поле. Наше любимое 40... какое? Первое же, да, новое поле. И будем тогда сеять штуковину под названием лен. Чтобы оно росло уже потихонечку, фигли. А старый культиватор я не продал. Его никто не хочет брать. Дают за него максимум 9 тысяч. Я не знаю вообще, есть ли смысл. Я думаю, что есть смысл просто приобрести, когда купится еще один трактор большой. Плюс-минус большой. Хотя бы на 300 лошадей.
мы в него и будем запрягать этот культиватор, дискатор, что я все время культиватором там называю. И пусть пока он поживет, а там посмотрим. Этот культиватор, да что такое, дискатор же, ё-моё, Саша, в самом деле. Этот дискатор обошелся нам 125 тысяч. Это прям как лезвием по сердцу. Но я надеюсь, он себя окупит довольно быстро. Посмотрим, в общем. Вот мы и дома. Разворачиваем этот чудо-агрегат. Вот это я понимаю. Это вам не пальцем в носу ковырять. Это 18 метров. Ой, или 16. Я, честно говоря, даже забыл. Вот это да. Вот это я понимаю. Дурочка. Ну погнали тогда. Итак, задисковано, но не очень мне это все понравилось, потому что дискатор очень большой, и вот такая вот беда, то что он не до конца берет на круглых этих полях, а поле вот такое круглое, вот, со скосами в ямы, и он не везде берет, и это, конечно, печалька, но... Что поделаешь? Ладно, настраиваем. Давайте настраиваем технику. Мы едем на ноль, да?
Едем мы на ноль. Отлично. На ноль мы едем. Так, так, так. Ну и все, в принципе, да. Ну и поехали сейчас. Так, тут у нас что? Ага, все правильно. Ну и все, можем выдвигаться. Теперь, я надеюсь, будет получше. Сейчас лупанем вот так. Потом в другую какую-нибудь сторону. И будет все в шоколадике. Закончилась посевная, ну ее бы в баню. Там ребятки еще работают на том поле, где надо убирать тюки делать. Так что там еще работы много, очень много. Не зря там платят большие деньги, поэтому будем работать. Я сейчас тут закончу дела и поеду туда. А на этом будем прощаться, ребятки. Давайте, всем всего хорошего. Поставьте обязательно палец вверх, если понравилось. Подписывайтесь на канал, если впервые тут. Ну и жмякайте ссылки в описании, там второй канал с таймлапсами, там Майнкрафт, там Дискорд, в котором можно с нами пообщаться со всеми и скачать наши моды, всю нашу пачку модов. Вот, и в принципе
Ты вроде все. Всем всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока.